Меня зовут Зарима, мне 28 лет. Способность к пению мне передалась от моих родителей. Будучи ребенком, я слушала, как мои родители поют, делят на голоса, кружатся в вальсе. Для меня это было такое искреннее детское счастье. И я тоже начала петь в школе, выступать. Но когда моего отца не стало, будто бы исчезло вдохновение, и я перестала петь на несколько лет. Но вот это вот желание всегда у меня оставалось внутри, и в последние годы это желание не давало мне покоя. И сегодня я пришла на этот проект, чтобы показать свои способности, доказать, во-первых, себе, что я могу. Я надеюсь, все будет хорошо. Желаю всем участникам успехов. Рада вас приветствовать, уважаемые жюри, дорогие телезрители, зрители. Здравствуйте. Меня зовут Зарима, мне 28 лет. Пою я песню «Sorry seems to be the hardest word», вариант Леона Льюис. What I gotta do to make you love me? What I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wake to find that you're not there. What do I gotta do to make you love me? What do I gotta do to be? Да. Я тоже. Спасибо, спасибо. Самат. Я тоже много не буду таить, да. Юля. Да, концовка была не такая, как все остальное. Да, под конец почему-то наоборот должна была расслабиться, но чересчур расслабилась и не туда уехала, да. Ну, а все остальное было замечательно. Нет, такая артистичная, красивая девушка прям, да. Зарима, 4, да. Я была бы... Молодец, мы тебя поздравляем. Спасибо. Вы самое крутое жюри. Спасибо. 4, да, это 4, круто, да. Это вообще шикарно. Да, они даже не говорили, они просто сказали, да, проходи. Я на самом деле стояла, ждала комментарии, когда они начнут говорить, там, где-то я фальш сделала или еще что-то, но ничего они не сказали, сказали, да, я счастлива. Ну, да. Ты волновалась? Очень сильно, вот я до сих пор, у меня сердце колышет. Стой, подожди, давай я пульс проверю. Я чувствую, у нее бьется сердце прям бешено. Ну, Зарима, я... Хочу тебе пожелать удачи, ты прошла в следующий тур, это уже круто. Спасибо. Пускай вот этот запал не угасает, и в следующем туре ты должна сделать намного круче. Я надеюсь, ты сделаешь. Я сделаю все, что в моих руках. Я буду стараться.